Красные колпаки и сверкающие елки – это самый популярный реквизит у звезд в декабре. Но кое-кого от этого предновогоднего гламура уже просто тошнит. Группа Вельвет тоже снимает рождественский клип. Вот только в нем нет даже намека на зимний праздник. Ребята решили подготовить своим поклонникам сюрприз. Ньюсблок чуть-чуть приоткроет завесу тайны. С шутками и прибаутками музыканты из коллектива Вельвет всей толпой заваливаются в магазин с одеждой. Вместо черных курток, черных брюк и черных шарфов они выбирают себе обычные разноцветные джинсы и футболки. Он на вырост берет просто. Думаю, лет через 20 она мне подойдет, хотя может и нет. Шопинг не ради удовольствия. Ребята готовятся к съемкам клипа. Видео на песню «Все забудется» Вельвет решили сменить имидж и отказаться от своего фирменного готического стиля. Некоторым участникам группы перемены даются с большим трудом. Вельвет не будет одеваться в вельвет. Вместо коротенькой юбочки Катя все-таки выбрала себе джинсы. В них и сниматься удобнее, и в обычной жизни пригодятся. Поход по магазинам в результате занял несколько часов, но все остались довольны. Может быть, привычные готические образы ребята на обычные джинсы и футболки сменили, то вот место для съемок клипа они по старой памяти выбрали, мягко говоря, мрачноватое. Всего-то 20 метров вниз под землю и добро пожаловать в коллектор. Группу Вельвет искать приходится почти на ощупь, все в тумане. Хорошо, что ребята поют громко. Когда я первый раз зашел в этот зал, я сразу же почувствовал, что он очень похож на антураж компьютерных игр. Если посмотреть на монитор режиссера, то можно спутать картинку с картинкой компьютерной игры. Бегать и стрелять по сюжету клипа никто не будет. Согласно режиссерской задумке, ребята из Вельвета в коллекторе только поют. Остальные съемки проходили на улицах Москвы. Героями стали обычные прохожие. Судя по ящику с осиновыми колышками, можно решить, что за моей спиной находится покой Дракулы. Но на самом деле там самое главное место на съемочной площадке. Не верите? Пойдемте посмотрим. Специальная подсветочка, видимо, для того, чтобы даже во время технического перерыва музыканты не выходили из образа. Чтобы снять этот короткий эпизод, коллектив провел под землей практически весь день. Композицию им пришлось исполнить не один десяток раз, прежде чем режиссер сказал «Стоп, снято». Премьера клипа намечена на новогодние праздники. Татьяна Якушенкова, Василий Алешин, Ньюсблок, МТВ.